Дом 2. Бьюти до жути. Аленка, походу мы сейчас будем друг друга красить. Слушай, я так давно мечтала тебя накрасить. Я тоже. Посмотрим, давай, в каком стиле мы будем красить друг друга. Вау. Слушай, ничего себе. Красота. Неописуемая. Ну, нифига себе. Ну, реально, я яркий, дерзкий мейк. Да, дерзкий мейк. Как мы любим, Оль, с тобой. Да, в общем, ты запомнила? Да. Так, я запомнила. Давай тебе под это платье. Под платьишко мне? Да. Такие тени. Давай, мне больше вот подкраски. Давай. Это водичка, интересно, для смывания? Да, давай, приступим. Давай. Будем вместе друг друга, да? Мы, кстати, с тобой никогда не красили друг друга. Да. Посмеемся заодно, да? Давай дебют. Давай. Так, что ты мне будешь стирать? Тени. Давай. Давай, закрывай глазки. Блин, тогда вот твой крутой мейк стирать. Да, ничего, ладно. Я, в общем, тебе так доверяю. Я надеюсь, что я в руках профессионала. Слушай, Оля, ты даже не сомневайся во мне. Так, я тебе пока сотру носик. Этот глазик давай. Давай. Подожди, надо намочить еще побольше. Новенький возьму. Так. Давай. Твои сногсшибательные стрелки, Оль. Жалко, не блин, хотела, жалко, что ты их смывала. Ну ладно. Слушай, ну ничего, зато пойдем к нашим мужчинам во всей красе. Да. Еще такого мейка, конечно, у меня не было. Так, то, что я сейчас увидела на фотографии. Закрой глазки еще. Так, все аккуратненько. Не больно? Нет. Сейчас, милая. Если честно, я вообще никогда никого не красила. Так, в общем, давай. Ты без тона? Да, я так без тона уже. Минимум прям мейка. Да. Угу. Ну что, готова? Подожди, я тебе еще вот тут подотру стрелочку твою. Давай. Ты не размазала? Вот тут еще подотру. Давай. Чтобы все идеально было у нас. Так, мне нужны яркие тени. Где они? Зеленые, так, фиолетовые смотри там. Вон они. Вот. Или они, вот точно. Ленка, вот они. Вот они. Ой. Так. Блин, я уже... А, все, я вспомнила. Так. Где тени у нас эта кисточка? Ты видишь? Нет, еще пока не вижу. Так, подожди. Так, вот. Вот какая-то кисточка, так, я одну нашла. Так, это какой? Карандашик. Ну все, ребята, все. Глаза разбегаются. Мы как эти сороки. Нашла? Блестящие. Давай. Так, в общем, вот. Ты нашла? Да. Так, подожди. Давай, я один глаз закрою, и ты один глаз закроешь. Будем друг друга красить. Давай. Мне какой закрыть? Какой? Вот мне вот этот будет удобнее. Давай. Давай? А я тебе вот этот. Давай. Согласна? Попробую. Давай. Ну давай, погнали. Так. Закрывай глаз. Удобно тебе так? Да. Так, подожди. Обалдеть! Я тебя давай попала! Я представляю. Там так, красота. Подожди. Давай. Слушай, Оль, ну с чего это пора научиться? Так. Учиться я тебе всю бровь накратила. Слушай, это неудобно вообще. Слушай, такие кисточки неудобные. Так, 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 подожди. Так, подожди-ка тоже. Давай. Давай. Получается? Конечно. Давай я тоже сейчас нанесу тебя. Так. Я думаю, ты меня сейчас убьешь, поэтому я тебе сразу сотру бровь синюю. Че, реально прям на бровь залезла? Так. Давай. Так. Отлично. Закрывай глазик. И ты мне один глаз крась, и я тебя буду один красить. Так, я вот хочу светлый, и здесь так хочу потемнее. Вот здесь вот потемнее. Вот здесь вот растушевать. Слушай, Оль, ну, мне кажется, нам такой мейк очень идет. Как ты думаешь? Яркий, яркий. Слушай, тебе под платье очень идет. Тебе очень красиво. Правда? Слушай, мне кажется, надо было мне зеленый, ну, хотя у тебя под платье, под глаза, а голубой тебе поняла под глаза. Ну, ладно уже. Слушай, ой, ты знаешь то, что у нас есть всего несколько минут? Да. Для того, чтобы мы создали такой шедевр. Сейчас, милая, подожди. Глаза большие. Так. Так. Отлично. Давай. Давай, а ты можешь наверх поднять давай глазки? Вот. Так. Так, давай теперь ты наверх подними, и ты тоже подкрашу. Давай. Господи, они сыпятся, правда, ужасно. Капец, я так не люблю, когда они, знаешь, надо будет потом под глазами стереть. Слушай, идеально, мне кажется. Правда? Тебе тоже идет.
Давай второй. Так, потом потом. Давай. Так. С таким мейком только идти на дискач. Такие мамочки пошли денсить. Ага. Если мы с таким мейком пойдем с тобой на дискач куда-нибудь в Москве, то я думаю, что нас никуда не пустят. Не так пойму, да? Опа, посмотри, вау, бомба. Круто, идет мне? Красотки? Конечно. Сейчас, давай я тебе тоже докрашу, чтобы равномерно было одинаково два глазика. Ты мне зеленым красишь? Да. Сейчас, Аленочка. Так. Открывай. Все? Нет еще. Ну как? Сейчас, подожди. Мне еще нужно здесь вот затемнить тебе. Давай. И вот здесь растушевать. Главное, чтобы наши дети не испугались, когда мы домой придем. Они же там спят, десятый сон видят. Ну что? Саша, ну это реально ночной мейк. Он не конечно, дневной. Давай теперь ты наверх посмотри, давай. Я этот глазик подкрашу. Днем с таким не походишь. Что, реально идет, кстати, синий цвет? Да. Теней. С твоими глазками. Ну-ка, посмотри на него. Вау. Подожди, тебе немножко подоткнула. Крутяк. Посыпалось чуть-чуть вот тут. Давай. Консилер есть у нас? Есть. У нас есть все, Оль. Для нас всегда есть да. Все. Ты же что, не знаешь, что ли? Для столько косметики. Как раз для нас, для девочек. Господи, так, аккуратненько, пожалуйста, в глазки не заряди. Не бойся, ой, не что-то бойся. Попало. Нет, не бойся. Нормально? Посмотри. Вот так сделай. Нет, ничего, Оль. Все. Подожди, пушинка. Доверяй мне. Все. Все. Так. Опа. Так, давай консилером давай сразу. Консилер. А зеркала вот у нас нет, что ли? А где зеркало? Подожди. Хотелось бы на себя посмотреться. Смотри. Да, вот. Давай. Сейчас, подожди, мы тебе сделаем. Красивее же все равно не получится сделать. Ну так, главное, чтобы это то, что осыпалось, замазать. Да. Так. Так, подожди, посмотри на меня. Что там? Оля. Плохо все? Нет, все нормально. Почему ты смеешься? Я просто смеюсь нашего мейкапа. Слушай, ну я думаю, что люди все равно нас поймут. Слушай, мне кажется, я круто сделала. Главное, что от души с любовью. Да. Слушай, подожди, а помадой? Давай, яркая же помада же давай. Нужна. Давай, это розовая. Сейчас. О, красная. Смотри, какая. О, круто. Давай. Так, давай тебе такая. О, смотри, фуксия. Подожди, нам еще надо, знаешь, что? Вау! Давай. Обожаю это блеск, цвет. Нет? Нет. Попробуй. Это помада блеск. Реально? Да. В самый раз. Не идет? Очень. Розовый цвет. Под мои ноготочки. Слушай, нам еще надо это сделать, румяшки. А ты мне крась. Давай. У тебя, правда, блеск? Может, сотрешь? Давай. Так, где у нас тут? На это вот. Давай. Угу. Давай. Ну чё? Блин, ты губы большие. А-ля 80-е. И? Так. Опа! Получилось? Да. Ровненько? Да. Тогда... Муа. Слушай, ты на Мэрилин Монро похожа. Так. Ну все. Надо еще эти румяшки чуть-чуть там сделать. Давай. Ярче. Вот они, кстати, точно яркие. Так. Розовенькие. Уже ярчить так на полную катушку. Ох, сейчас придем домой к мужьям. Такие матрешки с тобой, Аленка. Аленушка, сестрица Аленушка. Так, ну-ка. Давай. Опа. Слушай, ну бомба. Надеюсь, тебе понравится. Ну все, здорово. Норм? Как тебе? Оля, честно говоря, непривычно. Ну правда, ну такие фотки надо ставить. Ну а что поделать?
Слушай, ну... Да, я старалась, честно. Ну что, как ты думаешь, мы справились? Так, я могу уже пойти одеваться, крутить себе вот эти вот афро-бигуди, да. Одевать яркое платье. Я даже локоны накручу. Так, ну-ка дай посмотрю. Слушай, ну я вроде закончила. У меня вроде все идеально. Все, мне нравится, я довольна своей работой. Я тоже закончила. Ну что, Ленка, давай посмотрим в зеркало. Оценим. Давай, оценим наш мейк. Давай, начнем с меня, да? Давай, так. Ты готова? Да, я готова. Мне так очень интересно. Вообще, как ты меня там намалевала? Давай. Слушай, как 80-е все. Шикардос, посмотри. Ого! Как. Ого! Вау, мне Алена! Кажется, идеально, Оль. Слушай, обалдеть. Слушай, так ярко. Очень ярко. Так необычно и непривычно. Ну-ка, а теперь можно я посмотрю? Как ты оценишь мою работу? Губки бантиком. Сейчас, милая, подожди, я сейчас хорошо так присмотрюсь. Смотри, все по цветам, все сочетается, все идеально. Губки бантиком, бровки домиком, да. Глазки такие прям красивые. Мне понравилось. Тебе идет. Да, я не хочу тебя обижать. Я обижалась. Да, я знаю, правда. Я тебе ставлю прям выше балл, честно. Сколько из 10 баллов мне поставишь? Максимум 10. Давай, давай. Теперь я. Давай. Готова? Да-да-да, подожди. 3, 2, 1. Слушай. Супер же, скажи. Слушай, ну реально похоже, мы с тобой реально прям очень как круто. Сестренки. Ну реально, мейк прям очень нам, как, ну практически одинаковый. Только слушай, тени очень разные. Идет, согласна мне? Да, только цвет тени разные. И тебе тоже ставлю десяточку. Да? Спасибо. Аленка. Мы с тобой большие молодцы. Посмотри, как мы с тобой смотримся. Круто. Давай наша. Селфи? Столбанемся? На память, типа, оставим это себе, давай. Правильно? Вместе? Потом по отдельности. Все круто. Теперь давай я. Печаток оставила, помада. Теперь ты. Давай. Такого еще мейка, конечно, у меня не было никогда. Ну, слушай, у тебя тоже. Раз. Так. Так. Угу. Слушай, ты, с таким мейком можно даже позу не подбирать для фотографии. Да. Оля, я тебя умоляю. И так сойдет, да? Ну все, шикарно. Такие матрешки. Шикарно, посмотри, Оль. Ну реально, такими нас еще никто не видел с тобой. Очень красивые, правда. Дом 2. Бьюти да жуть.